Доброго времени суток. Напоминаю, с правой стороны находится словарь Vocabulary, в котором вы найдете слова данного урока. В этом уроке английского языка мы рассмотрим колоду Ктун-Друида, которая состоит из 23 слов, доступных для изучения. Итак, рассмотрим. Innovate. Innovate переводится как возбуждать. Innovate – возбуждать. Earthen Scales. Earthen – земляной, Scales – чешуйки. Earthen Scales – земляные чешуйки. Beckoner of Evil. Beckoner – подзыватель, Evil – зло. Beckoner of Evil – призыватель или подзыватель зла. Wild Growth. Wild – дикий, growth – рост. Wild Growth – дикий, рост. Wrath – гнев. Disciple of Ktun. Disciple – последователь. Ктун – это древний бог из World of Warcraft. Twilight Elder. Twilight переводится как сумеречный. Elder переводится как старейшина. Twilight Elder – сумеречный старейшина. Ktun's Chosen. Ktun – древний бог. Chosen – выбранный. Ktun's Chosen – выбранный Ктуна. Klaxi Amber Wither. Klaxi – название расы. Amber – янтарь. Wither – ткач. То есть Amber Wither – ткач янтаря или янтарный ткач. Swipe – сильный удар. Dark Arakoa. Dark – темный. Arakoa – название расы. Dark Arakoa – темный Arakoa. Moonglade Portal. Moonglade – лунная поляна, портал, портал. Moonglade Portal, лунный портал. Twin Emperor Beklor. Twin, близнец, Emperor, император. Twin Emperor, близнец, император Beklor. Doomcaller, призыватель рока. Call, призыватель. Doomcaller, призыватель рока. Primordial Drake, Primordial. Исконный, первобытный, Drake, это селезень, но в нашем случае дракон. Primordial Drake, первобытный дракон. И, собственно, Ктун. Ктун – это древний бог из World of Warcraft. Ну вот, собственно, и все. Напоминаю, чтобы данные слова запомнили, их нужно практиковать. Для этого вы, используя колоду данного урока, играйте в Hearthstone, при этом называя, при этом произнося те слова, которые вы не знаете. Итак, после нескольких игр вы их уже начнете запоминать. Всем спасибо и удачных вам бустеров!